Вот, вот так поклевывается. Вот. Пожалуйста. Карась мирный. Больше здесь не бывает. Трутня. Ну ты покажи, какие они там. Я вот уже снимал их. Ты снимал их уже? Угу. Ну, такие вот карасики вчера нам попали. С ладошку размером, наверное, да? И вот один ротанчик. Ну, тут не один, один еще не почищенный. Отлежал. Всю ночь отлежал в холодильнике, живой. В закрытом целлофановом пакете. Ну, что ж ты его так? Это как это называется? Он бас. Russian бас. Ротан головешка. Нет, это прям бас натуральный. Какой-то это окунь. Американский окунь, только очень маленький. Так, в принципе, они, наверное, такие же точно. Окунь. Окунь. Рукой там закрывал. Как это они его держат? Они его держат вот так вот обычно. Американского большеротого окуня, когда ловят, раскрой. Вот так, вот так они его держат, знаешь, когда вынимают. Ну просто, правда, там они такие по колено должны быть, понимаешь? Ну а здесь вот. Стоматолог ты наш, раскрой. Да, вот так вот они, да. Его вынимают. Зубы-то у него, знаешь, какие там вообще на самом деле? Ну да, я ему в пасть заеду. Хищник, да, смотри. Ну как, раздулся как, смотри. Бедняга. Слушай, может, пусть живой останется, угу. А? Захар уже не голодный. Да, выпусти ему в сажалку его. Он будет тебе очень благодарен. Зубы там вот здесь тут такие. Нет, так не хватает. Все равно. А если этот нажать, как его? Макросъемку? Да. Она, наверное, вряд ли включится. Включился? Ишь ты! Ух ты! Ишь ты! Отдергивает, смотри, а?